Поехали! Всем привет! Всем привет! Мы сегодня тут... Еще Максим хочет. Мы сегодня тут сходим с ума от того, что на улице льет дождь. Да, сегодня целый день такая погода. Сейчас поедем. Сейчас давай прервемся на секундочку буквально и все, и дальше поедем. От того, что сегодня на улице льет дождь, плохая погода, нам никуда не выйти ничего, поэтому приходится вот как бы разбираться как можем, в общем. Максим вообще с ума сходит уже. Поехали дальше. Коля его тут развлекает тоже как может. Что-то у нас тут уже с рисунками проблемы какие-то. Надо, наверное, уже выбросить. Максим! Выбросим вот этот помятый. А, Максим, будем выбрасывать помятый? Да. Иди выброси. Что-то себя по голове побежал. А я наконец-то сегодня доберусь до своих огурцов, которые кушает паутинный клещ. Вот. Нужно их обработать будет. Каждый листик. Вот. Я сегодня срежу все огурцы. И мы... Кто там бежит ко мне? Я хочу посмотреть, я кто тут бежит? Мы все бежим. Он тут маленький совсем, его не видно, но он есть. Вот он. Кто? Паутинный клещ. Мы сейчас поедем в Леруа Мерлен. Купим. Купим фитоверм. Максим просто сошел с ума. Нет. Вот, и надо будет обязательно побрызгать сегодня, потому что уже тянуть дальше нельзя, иначе они просто пропадут. Мы уже поехали в Леруа. Я одела пальто, потому что что-то прохладно как-то. Ну и дождь. У меня только здесь есть капюшон. Макс обиделся на меня, что я его... перестал катать. Да, Коля его и так очень долго катал, но Максу, видимо, надо, чтобы ты до вечера его катал. Да, ему надо, чтобы я весь день его катал. Да, Максим? Катай меня еще, когда приедем. Еще? Еще катать? Да, когда приедем. Ты же сам можешь кататься. Я хочу очень слышать, а Саша хочет еще кататься. Капец, ну у нас и дороги. У нас и погода. Дороги-то понятно, что они, мне кажется, во всей России такие. Погода вот что-то вообще прям... Вчера была хорошая погода. Вчера мы прям вовремя успели покататься на корабле. Ну да. Прям вообще вовремя-вовремя. Сейчас вроде как обещают дожди. На чем мы успели покататься? На корабле вчера. На теплоходе, Максим. На теплоходе, ну. Почему? Ну сегодня, видишь, дождь идет целый день. Сегодня бы уже не покатались. Сегодня такая погода, ну пасмурная, весь день дождь идет. Вообще, невозможно, блин. Да. Сейчас хоть пойдем пошаримся. Хоть, я не знаю, хоть ремонт дома начинает делать. Чисто от того, что еще делать, делать вообще капец нечего. В такую погоду никуда не выйти, не погулять, ничего нигде не поделать. Блин. Поэтому идем в Леруа Мерлен. Хотя бы туда сходим, там открыто. Сейчас посмотрим, может найдем. Может там что-нибудь купим, чем себя занять. Котик! А? Знаешь что? Ну что? Давай соигрушку какую-нибудь меня купим. В Леруа Мерлене? Давай. Нет. Шуруповерт. В магазине игрушек можно. В магазине игрушек. Так мы в Леруа Мерлен едем. Поехали еще. Такая у тебя какую игрушку ты хочешь? Она есть там. Понятно. Она есть там. Да, да, он не знает, что он хочет. Ну. Я хочу. Блин, короче, поехали в магазин игрушек. Да, чтобы посмотреть, что там есть, да? Хитренький у нас сыночек. Максим, ты что папу бьешь? Ты что за дела такие? Не обиделся, что я вот машину не катаю больше. Так, Максим, машины-то нету уже. Здесь же машины нету. А, у тебя еще и масочка есть. Ничего, ты крутой какой. Короче, мы маленько не с того входа зашли. С этой стороны Леруа Мерлен закрыт. Надо с улицы, но теперь придется, короче, ехать обратно. Максим, я поймал. Я поймал карапузика. Ага, нифига себе. Но ты же тяжелый, Максим.
Максим, что сегодня какой-то, я не знаю, что это поставить? Он так ведет себя. Потому что он, ну, не это самое. На улице не был. Не потратил свою энергию, да, и теперь он тратит мою. Попали мы уже в Леруа, и вот я нашла фитоверм. Возьму сразу 5 штук. Максим. Максим, что у нас сегодня вообще непослушный такой. Ну, по попе хочет получить сегодня. Да, Максим? Бьет меня, и все. Ты чё? Сегодня с ума сходишь. Знаете чё? Знаете чё? Чё-чё? Так. Значит, смотря, если выпадет Алиска, если Алиса подбросит монетку, а если... Как он громко выходит. А если орём, то спасибо за... на катать на машинке. Пожалуйста, проснитесь. А если Алиска, то поем в магазин Игуса. Ничего себе ты придумал. Ты слышал, что он сказал? Я ничего не понял, потому что так долго говорил, я прям устал слушать его. Когда уже будет тепло. Лето какое-то в этом году вообще дождливое и холодное. Лето не было, да, в этом году. Мы даже ни разу нигде не покупались. Ну, не говори. Я сейчас буду собирать огурцы, все срежу, потому что я почитала там про этот фитоверм. Нужно, чтобы 3 дня... В общем, не собирать и не кушать плоды. Ну, а почему огурцы пожелтели? Всё им? Потому что паутинный клещ кушает их. Листья, видишь, им питания нету, поэтому они желтеют. Да, их надо убирать тоже. В общем, сейчас буду этим заниматься. Буду убирать все желтые огурцы. Вот здесь вот тоже они есть. Желтые эти огурцы. Коля, что-то там... А, ты отрываешь? Я думала, ты огурцы собираешь. Давай, собирай огурцы. Да тут надо, ну, чем-то их это... А вон секатор есть. Смотри, это тоже какой-то странный. Да нет, это нормальный? Да. Можно есть вообще? Ну, конечно, можно. Давай, сейчас. Оп, один есть. Вот этот, да, тоже его надо. Ай, тебе он колючий. Ну. А-а-а! Меня заколол просто. Вот эти вот не колючие. Эти хорошие, но нифига у нас сегодня огурцы не надо. Салат надо делать, так удобно. Ну, да. Салат надо делать. Я же заикаться начал. Еще один. Столько огурцов, я говорю, я же заикаться начал. Фига себе. Салат будем сегодня делать. Ну-ка, сколько тут? Как будто в магазин сходили за огурцами, да? Да. Вот этот надо тоже срезать и это и выбросить его. Киа! А чё это? Чё? Так эти тоже надо срезать? Да, все желтые надо срезать. Ничего себе, Коля мне даже сегодня помогает. Мне нравится срезать, да? Желтые листья еще тоже срезай. Надо пальцы себе не обрезать. Да когда это вообще можно весь выбросить? Не-не-не, ты чё, там вверху-то вон, смотри, все зелено. Ну, он сам весь ствол какой-то пожелтевший. Я сейчас его побрызгаю, и все нормально будет. Бросать? Нет, он туда бросай, я потом это все буду разбирать там. Давай на крышку вот сюда. Крышку. Давай на крышку. Оп. Крышку проще выкинуть. Ну, в смысле, на крышку я это там потом... Ну, давай, давай. Самое проще выкинуть. Это что, обрезаем? Нет, оставь пока. Ну, все, эти не надо обрезать. Вот это надо? Да, вот этот. Вот прям вот совсем вот такие, да, обрезай. Я тут почти стриганул, прикинь. Ну, еще ладно, бы чуть-чуть. Страшно. Ну так вот было. Ты это надо, да, было? Так, вот это стопудово надо. Я смотрю, тебе понравилось. Так, стой. Да, Катя, ну все, не видишь. Ну все, хватит, не надо там больше ничего резать. Так, сейчас подожди, сейчас еще посмотрю. Хирург тут занимается. Хирург работает, да? Так. Вот этот огурец надо отрезать. Опа. Вот это, да? Да, тоже. Так, а эти маленькие надо отрезать? Нет, желтые. Нет? Только. Если видишь, а маленькие это желтые. Это надо отрезать? Ну, хочешь, обрежь. Что, Максим? Где еще листья? Максим пульт не может найти. Вон,
вот эти желтые эти огурчики обрезаем. Огурчики. Опа. Опа. Да, это могли бы быть хорошие Опа. Огурчики. Да, это вот могли еще. Быть хорошие колючие огурчики. Колючие. Вон. Еще. Нифига, сколько вот. Огурцов. Вот, смотри, аж черный, смотри, сгнил. Ну. Нифига, сколько огурчиков, да? Вон еще, вон сколько, вон, вон. Клещ этот, блин. Да, поэтому надо обязательно побрызгать сегодня, чтобы... Остальные, чтобы не сдохли. Чтобы остальные огурчики эти, росли. Да, тоже. Ну, желтые все срезай, да. Да все. Эти не сегодня, завтра тоже полжелтые, наверное. Вот этот можешь уже, да, тоже обрезать. Вот эти-то хорошие, они будут расти. Ну, если не сдохнет этот. Вот этот, смотри, можешь обрезать, он уже желтеет. Плача! Все вроде, да? Вот что тут. Ты пальцы несу, это пальцы сейчас. Так ты что, зря тут это. Нет. Щелкаешь. Какой-то листочек да, сухой. Что еще? Веревки надо тебе обрезать? Нет, пускай висят, они еще пригодятся. Кстати, дай-ка я пройду. Хирург. Я хочу показать кое-что. Хочу показать, у нас вот такие вот перчики. Обрезаем? Ну, как бы не знаю. Не надо, да? Ну, пускай ладно, растет еще. Кета, нифига ты огромный не срезала. Короче, я хочу показать, что у нас зацвел лимон. Вы представляете, он 3 года сидел, рос, и вот только сейчас зацвел. Че, постригаем его? Я тебе сейчас застригу. Вот один пока только зацвел. Ну вот здесь всего цветочки, вот там цветочки. Через 9 месяцев. Че, серьезно? Ну он 9 месяцев растет лимон. Нифига себе. А вот эти вот пока. Вот эти пока растут. Пока они не хотят цвести. Но я надеюсь, что этим летом, либо осенью. Они будут цвести уже тоже. Вот такие вот дела. А что, клубники нету больше? Земляники? Так Макс каждый день ходит, собирает. Она тут какая-то мелкая такая, ее надо я это, знаю, что повыдергать вот, половину. Короче, ее вообще не надо было растить, потому что я вот отсюда, если честно, я вот за все лето я ни одной ягодки не видел даже. Мало того, что не съел, я даже не видел. Так потому что Максим подходит и уже даже полузеленую обрывает. Она мелкая такая, я бы вот... Потом я... на туалете, да, сидит по часам, да? Ну, я вот бы больше не заморачивалась, наверное. Боня, тебе ничего брезать не надо? А, Боня? Боня тут балдеет. Не надо усы тебе обрезать. Слушай, ты обрезальщик. О, вот этот надо уст обрезать? Ну, обрежь, вот этот вот листик можешь ну, обрезать. Ну, ладно, ты тоже обрежешь. Так, вот этот надо обрезать? Все, не надо больше ничего, иди отсюда. Я буду сейчас разводить фитоверм и буду брызгать фитовермом. Брызгать? Ты, а огурцы потом можно будет есть? Через 3 дня. Ну, им тут как раз еще расти и расти. Максим там не может пульт найти, пошла его помогать ему. Кстати говоря, я когда искал подарки, которые Света мне тогда сделала, 31 подарок на мой день рождения, мы же так и не смогли найти один там подарок. И вот спустя сколько получается, 2 дня... Я нашел подарок чисто случайно. Он был на кухне. Вот здесь вот в диване. Это была вот такая вот банка газировки. Кстати, я такую ни разу не пробовал. Вот, ну, попозже маленечко попробуем со Светой. Как она вкусная, невкусная. Вот. Так что вот Света спрятала, я сама не помню, где она была. Короче. Я такая, ищу телефон, значит, хожу по квартире, а он тут влог снимает. А я сегодня просто разбирал посудомойку, и, ну, 2 дня не разбирали. Не, просто мы тут на даче были, то еще где-то, поэтому, как бы, ну, не разбирали, да, ничего. И вот я сегодня такой разбираю, диван залажу, о, а там подарок лежит. Макс такой говорит, о, нифига себе, подарок какой-то. Ну и все, вот мы его открыли. Там как раз эта банка недостающая была, теперь все подарки найдены. Ты я уже тут развела? Уже приготовила средство, да. Ты развела? Кого ты развела? Фитоверм. Я пошла брызгать огурчики. Мы пойдем посмотрим, как ты будешь брызгать. Ну как обычно. Мне кажется, это... Ну ладно, сейчас пойдем посмотрим. Угу. Так, вот Света уже брызгает все. Я листы все оторвал.
А Света брызгает. Ты, короче, знаешь, да, как что брызгать? А что сложно его побрызгать? Да, я побрызгаю, на, поснимай, я буду брызгать. Мне больше нравится брызгать, чем снимать. Короче, брызгай прям под лист, они под листом сидят. Каждый листик надо пробрызгать. Мне так и мало. Ты смотри это, ну, я еще могу сделать. Короче, там написано 10 миллилитров, нужно на 1 литр разводить. У меня было 4 миллилитра, я его развела на 400 миллилитров. Пульверизатор. Ты давай прямо хорошенечко пробрызгивай, чтобы... Вообще прям мощно пробрызгивает, и всё. Чтоб там ничего не осталось нигде. Сейчас здесь все клещи сдохнут, я тебе прям говорю. Как будет все отвалиться завтра. А почему надо было полную делать? Потому что это... Ну просто ровно держать надо, и тогда нормально все будет брызгать. Ну, видишь, подлезть, чтобы подлезть мне... Приходится иногда вот такое движение делать. Ну, ты просто повыше брызгай, и нормально все будет. Мне кажется, я здесь прям вообще мощно все забрызгал. Как думаешь? Почему-то вот здесь вот с правой стороны вот эти вот, получается, два огурца. Вот они, на них эти паутинный клещ больше был. На той стороне нету практически, но все равно надо побрызгать. Потому что он уже мог туда перебраться. А ты думаешь, спасет его эта штука? Да. Там, по-моему, 3 раза надо будет с каким-то там интервалом в несколько дней попрыскать. И не будет никого тут больше у нас жить вредного. Я первый раз это делаю, если честно. О, смотрите, кстати, как видно. Радугу я делаю? Паутинный клещ. А, где? Вот. Вот это вот паутинка. Это от паутинного клеща. Сейчас мы его прям мощно здесь сейчас. И они вот так вот на каждом листе. Прям сейчас я его залью тут. Огурцы наши хотел спереть, да? Ну. Говнюк. Коля борется с паутинным клещом. Так интересно наблюдать. Мне бы сюда пульверизатор, я бы сейчас тут вообще бы все залил. Коля просто, он как бы, ну, не занимается растениями, так как я. Да, я занимаюсь машинами. Вот. И поэтому мне так интересно наблюдать за этой картиной, как Коля тут обрезает все, брызгает. Мне самому капец как интересно наблюдать, как я брызгаю. Короче, давай выбрызгивай. Мне надо будет помыть эту баночку. Что-то я еще хотела. А, стой, подожди. У меня тут еще кое-что есть. Это манго из косточки. Его тоже надо побрызгать, на нем тоже паутинный клещ. Ну-ка, стой. Дай-ка я его поставлю туда на пол. Сюда. Так его же зальет этой. Так это хорошо, пускай заливает. Побрызгай его тоже. Его тоже тут уже посъели. Хотим поздравить нашу подписчицу Ксению с днем рождения. У нее сегодня день рождения 1 августа. Да, вот. Хотим ей пожелать счастья, здоровья, успехов. В общем, всего-всего тебе самого наилучшего. Всего, что желаешь, пускай сбудется у тебя. Да, поздравляем тебя с днем рождения. Ну и остальные пускай присоединятся к нашим поздравлениям. Да, поздравляйте ее в комментариях. Максим, поздравь. Скажи, с днем рождения. Ну скажи, с днем рождения. Это твой, скажи. Ну давай так, стоя, скажи. Вот такие вот поздравления от Максима. В общем, всего тебе самого наилучшего. И пускай все в твоей жизни
Сбывается все, что ты захочешь. Куда ты ноги засунешься? Мы уже будем заканчивать сегодняшнее видео. Я смотрю тебе в глаза через телефон. Че ты там увидел? Капец, как смешно. Сам пошутил, сам посмеялся. Ты так хотел сказать. Короче, хватит уже снимать сегодня. Ну да, сейчас мы будем уже... Чем мы делаем? Спать. Спать? Я не хочу спать, как Максим говорит. Я не хочу спать. Максим, кстати, там смотрит мультики. Ну. У нас интернет не работал, он не смотрел мультики. Как не работал? Не работал интернет у нас минуту, наверное. Ну. Что-то сбой произошел. Он, короче, включил телефон, интернет не работал. И он его как бы, ну, все положил. И сейчас пошел вот сейчас. Включил, что-то смотрит. Нифига, смотрю на зеркало, у него руки черные, капец. Видишь? Ну, ты и так черный. Женя, на телефоне смотрю, я светлый. А прямо здесь черный, как-то странно, да? Короче, ладно. Я как негр. Негр. Давай это, скажем всем пока. Давай, негр. Ну, давай скажем всем пока. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, в общем, все как обычно.